вот такой вот замечательный, просто наивкуснейший плов у нас получился. А сделать его постным не представляется больших усилий. Берем, значит, эту упаковочку, на которой написано, что нужно сначала обжарить мясо. Просто исключаем мясо. И все. И у нас совершенно постный продукт. Плов с грибами и морковкой. Ну, морковки, правда, я чуть больше сюда добавил. Это отдельно корейская морковка. Без масла. Наивкуснейший плов. В пост как раз самое то. Очень вкусный, сытный и самое главное, постный. Вот и все. Так что бегом в Ашан, пока еще идет акция. Набираем побольше вкусного плова. Также там есть другие кашки, супы этой же фирмы. Очень много постных продуктов. Вот это вот половина порции. Там было на две порции. Одну я съел вчера, а вторую оставил на сегодня. Только я его разогрел немножечко, и все. Прекрасные вкусовые качества. Готовится в районе 30 минут. Наслаждаемся. Когда закончится пост, можно попробовать сделать его с мясом. Календарь. Для тех, кто хочет попоститься, я прикреплю в описании. Также будут другие еще постные продукты. Подписывайтесь на канал. Ну и, соответственно, добавляйтесь в друзья. Всем приятного аппетита!